уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию расширенную эндоскопическую фронтотомию DRAF 3 у пациентки с хроническим полисинуситом, которая ранее оперирована более 5 раз. Это правая лобная пазуха и левая лобная пазуха. Они полностью затемнены. Пациентка постоянно испытывает головные боли. Также есть затемнение, рубцовый процесс в области лобных карманов справа и слева. Видно, что остальные пазухи были максимально широко вскрыты, была расширенная полисинусотомия проведена ранее. Но в сагитальной проекции мы видим, что основная проблема сохранилась в лобных пазухах и имеется рубцовый процесс в области лобных карманов. Это правая половина носа, есть синехи в области спинки носа, отсутствует средняя носовая раковина справа, это основание черепа. Впереди клиновидная пазуха, верхняя челюстная пазуха. И осматриваем эндоскопом 45 градусов область правого лобного кармана. Видим рубцовую ткань. Слева лобная пазуха частично вентилируется, но периодически закрывается и заполняется отделяемым. Мы начинаем с выкраивания лоскутов. Здесь у нас очень мало анатомических ориентиров. Формируем лоскут из слизистой оболочки, латеральной стенки полости носа и в зоне септального окна, который мы будем использовать в завершении операции, чтобы укрыть обнаженную кость для снижения риска повторного рубцевания. Выходим на дно правой лобной пазухи, мобилизуем латеральный лоскут, медиально смещаем сзади и видим костную стенку дна правой лобной пазухи. Мы будем использовать технику сверления спереди назад. Такие же действия производятся слева, и после этого формируется септальное окно в верхних отделах перегородки носа. То есть эндоскоп мы заводим через правую половину носа, инструмент через левую. Мы сейчас используем бор 30 тысяч оборотами. И высверливаем в наиболее передних отделах в области дна лобных пазух и сразу выходим в просвет лобной пазухи. Здесь перегородка лобной пазухи отсутствует. Поэтому мы сразу выходим на одну общую полость. Появляется у нас просвет лобных пазух. И мы расширяемся максимально к переди. И дальше идем латерально и сзади. Наша задача максимально открыть лобные пазухи с двух сторон, открыть лобные карманы и объединить их между собой. Сейчас мы двигаемся в сторону правого лобного кармана сверху вниз и сзади. Здесь как раз находится зона рубцовой ткани в области естественного носоустья. Мы убираем эту ткань с помощью шейвера и продолжаем высверливать. Также мы высверливаем сзади в сторону основания черепа. Здесь нужно быть предельно осторожными и ориентироваться на выход первого понятийного нейрона и на уровень положения задних стенок лобных пазух. Сейчас мы объединяем правый лобный карман с правой лобной пазухой, разъединяя перемычки решетчатого лабиринта с помощью щипцов Кирисона. И как раз видим
единое основание черепа в этой зоне. Удаляем остатки носолобного выступа как раз в медиальной части лобных пазух, приближаясь к основанию черепа. То же самое делаем слева, двигаемся в сторону лобного кармана слева, вдоль медиальной стенки орбиты и выпиливаем носолобный выступ спереди назад. И объединяем лобную пазуху и лобный карман слева. Слизистую оболочку мы скусываем с помощью щипцов для лобной пазухи, кобры, открывая лобный карман. Продолжаем истончать латеральную стенку полости носа для того, чтобы расширить наш доступ, минимизировать риск рубцевания в этой зоне. Сейчас мы используем алмазный бор и максимально спиливаем носолобный выступ в задних отделах, задние отделы септального окна, приближаясь к основанию черепа. После этого мобилизуем септальный лоскут так, чтобы мы могли его развернуть и уложить на задние отделы лобных пазух. Спиливаем задние отделы перегородки носа. Сейчас мы видим лобные пазухи, объединенные между собой и с едиными пространствами в области лобных карманов. Укладываем задний септальный лоскут на ножке, на задние отделы лобных пазух, что минимизирует рубцевание в этой зоне. После этого укладываем латеральные лоскуты и фиксируем их с помощью гемостатических материалов. Так выглядит наш окончательный вид на хирургическое поле, на лобные пазухи, уже с уложенными лоскутами с двух сторон, задним лоскутом. Спасибо за внимание.